замечательных людей. Прошу прощения, мистер Холмс. Немножко задержался там на тренировочке. Чуть-чуть. Ватсон, сегодня мне потребуется ваша помощь. Всегда рад, мистер Холмс. Да, честно говоря, я просто не понимаю, чем я могу быть вам полезен. Ведь ваш гениальный дедуктивный метод, ваше величайшее умение анализировать факты помогают раскрыть любые преступления. А Не в этот раз, Ватсон, не в этот раз. Боюсь, что сегодня нам больше пригодится не моя дедукция, а ваши навыки чемпиона полка по боксу. Извините, Холмс, я не понимаю. Дело-то, на первый взгляд, простое. Вестминстерские наехали на Уайт-Чепельских, и у них будут крутые разборки. Но сложность заключается в том, что если обычно мы помогаем полиции, то в этот раз нам придется действовать против нее. Я не понимаю, Холмс. Да какое там дело до этих бандитских разборок? Я только сегодня понял, что инспектор Лейстрид начал крышевать вестминстерских. Где? Да? Да. Боже мой. Да это же недостойно, Холмс! Он запятнал честь мундира! Негодяй! Мафиози! Нет, тут... Тогда мы, как джентльмены, мы просто не можем не вмешаться. Да, Ватсон, это вы верно сказали. Просто не можем. Не можем. Тем более, что я уже лет 10 как крышую у Уайт-Чепельских. Да? Да. Мы их уроем, Ватсон. Элементарно порвем. Да. Да-да, покошмарить вестминстерских.